Дорога, по которой страшно ездить. На улице Березовой водители снижают скорость, независимо от ограничений, установленных знаками и правилами. На улице Березовой у дома номер один находится конечная остановка 70-й и 71-й маршрутки. Водителям, чтобы до нее доехать, иногда приходится показывать виртуозное вождение. Полоса, ведущая к конечной остановке, находится в разбитом состоянии. Ее просто объезжают по встречке. Аварии и поломки здесь не редкость. Мы-то еще фарвартер знаем, а легковые постоянно колеса бьют. Машины. Регулярно. Ночью машины проваливались, а не только поломки. Машины уходили под асфальт. И ничего не ремонтировалось. Засыпали, приехали, через неделю опять такая же ерунда. Юрий живет на улице Березовой более 30 лет. В последнее время, рассказывает он, здесь даже переходить дорогу стало страшно. А самое ужасное начнется, когда похолодает. Она уже год полтора, наверное, так. И все вот ездят, и все мучаются. Вот так. Больше чего я скажу. Больше... А ходить как по ней? И ходить вот пешеходной дорожке там тоже не делается, водой затопляется, а зимой не пройдешь, не чистится. Этой осенью на Березовой начали заделывать ямы, но до конца работы так и не довели. А это значит, что к следующей весне дорогу разобьют еще больше. Денис Лева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».